Турецкая актриса Бирже Акалай родилась 19 июня 1984 года. Коренная стамбульчанка. Уже 4 поколения они живут в Стамбуле. Ее отец основал компанию по продаже электронной техники. Он один из тех, кто привез в Турцию кондиционеры. Мать Бирже домохозяйка, но необычная. У нее очень много увлечений и занятий. В одно время активно занималась политикой и рисованием народной турецкой музыки. Бирже единственный ребенок в семье, она была из тех, чье мнение учитывалось с самого детства. С 4 лет занималась балетом, однако в 16 лет получила травму и пришлось оставить мечты о балете. В лицее начала ходить на театральные кружки, поступила в Стамбульский университет театральной критики и драматургии, но на втором курсе приостановила учебу из-за злости на политику, проводимую в университете. В это время она была свободна и наткнулась на объявление о проведении конкурса красоты. Бирже с самого детства говорила родителям, что будет участвовать в конкурсе красоты. Они отвечали ей: сперва отучись, а потом посмотрим. Так как Бирже в подростковом возрасте была вроде гадкого утенка, она позабыла об этом. Но потом девушка начала расцветать и в 2004 году решила участвовать в конкурсе красоты. На Мисс Турки 2004 года Бирже Акалай заняла 3 место. После конкурса красоты Бирже начала работать на телевидении, она вела спортивные программы и комментировала чемпионаты лиги. Из-за полученной травмы она не может активно заниматься спортом, разрешается лишь йога и пилатес. Через некоторое время Бирже осознает, что очень соскучилась по театру. Она возвращается на театральные подмостки, берет перевод в университет Халич на театральный факультет и с успехом оканчивает его. В 2007 году Бирже Акалай получает небольшую роль в сериале «Аси» с Муратом Илдемиром и Тубой Бюкюстюн. Затем начинаются роли в сериалах и кино. В 2010 году на съемках сериала «Между небом и землей» у Бирже завязывается роман с партнером Муратом Юналмышем. В мае 2011 года актеры сыграли свадьбу в Каппадокии. Однако в браке не продержались долго, развелись через 1,5 года. Затем в 2014 году на съемках другого сериала «Маленький начальник» у нее вновь завязывается роман с партнером. 1 августа 2014 года Бирже Акалай выходит замуж за Сарпа Левендоглу. После окончания сериала они вместе еще снимаются в фильме «Сумасшедший лесник», где на съемках, по слухам, муж изменил Бирже. И затем в январе 2017 года пара развелась. Именно после такого предательства Бирже стерла татуировку на руке, где было наколото имя Сарпа. Бирже Акалай успешная актриса, постоянно снимается в сериалах, в то же время играет в спектаклях, поет, планирует выпустить свой музыкальный альбом. Снималась в рекламе Джонсон и Джонсон, Акрит Алгида и многих других. В 2007 году в качестве модели снялась для каталога известной фирмы VAC.